Welcome, 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 дорогие друзья. Немножко предисловия. Я без понятия, что это за игра. Я без понятия, что в ней делать. Сижу на Тенерифе, отдыхаю. Сейчас я в Steam посмотрю, есть русский язык у нее или нет. Есть ли русский язык у этой игры или нет. Есть скидка 10%, это я вижу. И русский язык есть, значит, где-то в настройках можно будет поставить. Load game, sandbox, career, change log, artifact. Так, походу... А, вот settings. Все нашел. Change language. Все, отлично. О, русский, все, полноэкранный. Назад в меню. Ну, музыка пока шикарная. Пока игра шикарная. Так вот, ребят, что произошло? Сижу, пью текилу на острове Тенерифе. Испанский остров, пляж, девчонки, все. И тут мне приходит на мыло предложение от разработчиков простримить эту игру. Так как я не смог даже загуглить, что это за игра, я согласился. Мне надо простримить 2 часа. Будем сейчас разбираться. Так, на это я не могу нажать, потому что я еще ничего не делал. Загрузить я тоже не могу, соответственно, понятно. Что такое карьера? Все сначала. Раскройте свой творческий потенциал. Журнал изменений. Давайте, творческий потенциал. Похоже, вы еще не закончили обучение. Бля, тут я согласен. Играть в режиме карьеры. А где обучение? А как? Прежде чем открыть описание, я рекомендую пройти обучение задания в режиме карьеры. А, режим карьеры. Все, я понял. Понял. Что-то так. Режим карьеры. Дважды кнопкой бла-бла-бла, интересно знать, на кнопку F на объекте можно сфокусировать камеру. Когда ты откроешь письмо, меня уже не будет. Только в тебе я вижу ту силу творчества, что всегда чувствовал сам, поэтому мастерская теперь твоя. Там полно места для инструментов и моделей. Музей дедушки. Дедушка Стэн. Стэн. Ой-о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 й
А прыгать могу? Не могу. Музыка как в дешевом порно, ребят. Так, что нужно сделать? Первая модель. Подойдите к подсвеченной области, щелкните по верстаку. Видимо, вот эта штука. Основное рабочее место, где можно вырезать детали из литника. Собрать и раскрасить модель, чтобы использовать. Давайте. Список доступных объектов. У меня, а вот есть. Первая модель. Уф! Хирикава! Хирокава. Это, кстати, самолеты, реально же? Он в Первой мировой или во Второй мировой участвовал? Коробка модельки. Погодите, это онлайн? Теперь я начинаю понимать, что это за игра, ребят. Я сейчас модельки собирать буду. Ну, слушайте, мне всегда денег и, честно, это смелости не хватало купить модельки и потом сидеть их клеить. Встать вперед. Сворачивать инструкцию. А, короче, как собирать? Вот, что-то есть. Найти деталь, двойной щелчок, взять деталь. Щелчок. А что нам нужно? Фильтр, боже мой. Что так все сложно? Так, и что делать? Так, я какую-то хрень сделал. И что дальше? А, видимо, острым ножом надо порезать эти штучки, да? И что, как? Почему мне рисуют сюда? А? Бог ты мой! И что, как резать? А что делать-то? Ага! Понял. Тут надо... Как... Все нормально же, да? Все нормально. Пока все нормально, ребят. Все. И деталька у меня должна была здесь где-то появиться, наверное, не? Нет. Ладно, давайте остальные отрежем сразу же. Самолетик делаем. А вы пока можете позадавать вопросы о том, как я провел лето. Как я провел китайский Новый год на Тенерифе. Режь вдоль и поперек. А я, кстати, не знаю, можно ли порезать криво. Можно сохраняться? Ну ничего не осталось, я чуть порезал. Хотел свои инициалы оставить там. Ладно, пока так просто. Вырезаем и все. Не, ну это пока игра для детей. А, что дальше? Щелкнуть, чтобы деталь двойной щелк, взять деталь. И чё? Ёпта, что ж.
Удерживаете, вращаете, удерживаете вращение, фиксировать, удерживать shift, вращение по готовой, удерживать, удерживать. Если я хотя бы одну склею, я буду доволен. Так, что это вообще? А где вторая такая же? Крыло. Вот это вторая такая же, да? Да, вот. Так, и что дальше? Как мне их склеить? Удерживать и вращать. О! Отлично. А как склеить? А склеить как? Тут склеить, видимо, нельзя. Ну, получилось. Первое мы сделали. Завтра будешь стримить GNG и Т1? Задонатишь буду, конечно же. Так, что дальше? Так, вот эту штуку, видимо. А как мне ее повернуть? А как... Нет, стойте, я хочу... А как мне повернуть? Help! Она туда не вставляется. Куда? Стой, верни. Верни то, что я собрал уже. А, все нормально, вот оно. Дальше мне надо вот это взять. Видимо, вот это должно быть здесь. Так, я что-то не то сделал, походу. Погодите. Или что это такое? А! По нажать R, позиции предмета, сброс, двойное нажатие, сброс позиции. А, ну это разберемся, нормально. Хорошо, ее надо было просто снизу вставлять. Перевернись. Так, это мы сделали. Страницу переворачиваем. Дальше нужны крылышки. Как крылья туда поставить? Как тяжело здесь поворачивать-то. В реальной жизни я бы уже справился. Ну, нормально. По-моему, уже самолетик получился. Так. Это мы тоже сделали. Идем дальше. Сверху какие-то крылышки теперь надо накладывать. А, ну это проще простого. А второе не нужно? А. Так, теперь хвост. Сначала вот этот. Или потом вот этот. Ой, куда? Стой, верни самолет. О. Так, теперь вот эту фигню. Оч. Так, дальше. Не, ну тут чиллаут музыка, как бы, ребят. Я не знаю, как в такое не играть. Знаете, мне чем это напоминает? Всякие эти тем-парки от Сид Майерса, где, в общем-то, ты ничего не делаешь, но при этом ты чем-то вроде занимаешься полезным. Правда, я слышал, был один стример, которого забанили за то, что он в реальной жизни стримил то ли как пазл собирал, то ли вот что-то такое, и кто-то скажет, наверное, там пазл был сексапильный. Нет, там был просто пазл. Котики или там еще что-то было нарисовано. То есть никакого расизма, ничего такого. Мне же потом раскрашивать, наверное, еще надо будет, да? Последний осталось, давай сюда. Стой, ну куда самолет делся? Верни самолет. Нажмите, чтобы завершить работу. Завершить проект. Хотите завершить работу над этой моделью? Да. Окрасить, не? Так, отойдите от вертолетика, перейдите к полке, поставьте модель на полку. Идеально, мне говорят. О, спасибо. Мне говорят, что я идеален. Спасибо, спасибо. Отойдите. Как отойти-то? Что делать? А как выйти? А, видимо, так. Так, а где моделька? На полку надо пойти поставить. Давайте поставим на полку. Поставить. Пушим. Поворот влево, поворот вправо. Размещать. Ставь просто. Ой, она такая маленькая. Что, у меня есть еще проекты? Фигурка Драфт Хаммер. Что это такое? Боже ты мой. Что это такое?
кто-то из Лиги Легенд, ребят. Какой-то Грагас Тора. Переверните. Да, так, переворачиваем. Щелкните выделенный маркер, чтобы отметить инструмент и его параметры на предписанной инструкции. Че, блин? Че случилось? А, здесь красить надо будет. А че, куда лить? Че делать с этой штукой? Куда ее лить? Выливайся. Можешь зажать? Чё, как лить-то? Так, красочку берем. Вот как надо делать, понял. А, ну это изи вообще. Это даже проще, чем это. Всё, изи. Я что-то не сделал, что ли? Или все нормально? Вроде все нормально. Давай, next страницу. Почему нет-то? А, я пимпочку еще не сделал. Пимпочку. Вот. Чуть пимпочку не упустил. Так, это вообще я читать даже не собираюсь. Изи проходится. Так, что надо сделать? Надо было, наверное, прочитать. Наносит краску Volcanic на дельталь. Боже ты мой. А ведь знаете, что есть реально люди... Что это такое? Аэрограф равномерно наносим краску. Щелкните в любом месте. На что наносим краску? Тут нет ничего. На мизинец или чего? Да. А, вот сюда. Так вот, есть же реально люди, которые по вот этому фанатеют. Они реально вот сидят и как бы дома вот этим занимаются. И ладно, я сейчас занимаюсь этим под музыку из порнофильмов. Нормально. Согласна, да? Я думаю, получилось все. Так, а что здесь? Мне палец, видимо, надо разрисовать. Ноготочки, типа, надо ему разрисовать. Нормально, короче, сгодится. Все, поехали. Поехали, next. Так. Видимо, теперь надо это... Ой, он слишком большой. Тихо, отодвинься. Во, все, получилось. А он уже, я думал, его тоже красить придется, а он уже закрашенный. Че они хотят от меня? А что надо сделать? Так, я что-то пропустил. Ну, я это вставил, а дальше что? Закончил розум... А, завершил проект. Тупой. Идеально. Ну, ребят, кто купит эту модельку? Продаю модельку. Продаю модельку. Кстати, там у нас вроде подписки были, да? Мы сделали гол? О, сделали гол. Тогда пишем в чате моделька слово. Я разыграю между вами скин. Те, кто напишет слово моделька. А я пока пойду ее поставлю... На этот. Так, куда эту модельку влепить? Давайте сюда. Все, идеально. Тю-р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 ю. Вот тут еще что-то есть. Что за компьютером? О! Почтовое приложение. Конкурс по сборке моделек. Моделизм. Конкурс по сборке модельки для начинающих. Завершить сборку модели, используя наклейки, чтобы улучшить модель. Денежная награда 50 баксов за первое место. Так, ребят, я стану киберспортсменом по моделькам. Так, уважаемые коллеги, я согласен, да, все, на все согласен. А там комментатор не нужен по сборку модельки? Я бы комментатором пошел отслеживать. И чё? Идите к верстаку. Ой, пристали к нам, я тут устроился. На модельный бизнес. А меня не пускают больше к верстаку. Что-то натворил, погодите. А, не, пускает. Первый конкурс. А, во, все. Смотрите, какая вообще. Ну, эту я буду с кайфом собирать.
Так, у нас там есть модельки сейчас. Смотрю, сколько человек написали. А не орка тоже была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, 12 человек. Сейчас я рандом орк среди 12 выберу одного победителя. Это 12-й. Носферана. Носферана выиграл приз. Все, все остальные бомжи. Носферана красавчик. Сейчас я ему отдам приз, чтобы не забыть. Ай, ладно, потом я тебе отдам. Никуда ты не денешься, Носферана. Я тебе в личку потом скину. Тут потому что, блин, такие тачки надо собирать. Так, ясно. Понятно. А можно начать? Да, спасибо. Так, нам нужно сначала покрасить, да? Получается. А чё, как вот? Так вот ставим. Берем краску и... И тупо красим? Всё? Да. Так, где у нас тут что? Нам это надо покрасить. Бля, а если я это хотел покрасить? Синий цвет. Фу, как противно. А можно я сам буду выбирать, какой цвет красить? Это же тупо. Ну ладно. Будем по инструкции идти. Так, а где колеса? Так, видимо, их надо достать. Колеса сделали, и колеса надо перекрасить черным. Но только колеса. Почему я навожу колеса, а вся машина у меня перекрашивается? Что-то как-то... У меня машина испортилась, она другого цвета была же. Вернее, как было. Почему синий больше не могу сделать? А синяя краска вообще не работает. Сломалась, пацаны. Так. А теперь в черный надо. А, это, видимо... А, сами шины, ну да. Покрышки. Так вот. Дальше. Дальше. Так я это уже сделал, нюбцы. Я уже все успел. Я даже не понимаю, что надо красить. Это просто типа просто вот подсветить надо. Лачком, да? Опять я седло потерял. Что за бред? Как так получать, ладно, пофиг. Кто-нибудь понимает, что надо делать? У меня машина одного цвета получилась. Она была другого до этого. Слушайте, знаете, походу, что надо было делать? Надо было сначала по отдельности. Стоп. Я понял, походу, что надо делать. Надо сначала красить, а потом соединять детальки. Я просто окунаю в краску тупо машину и все. И потом удивляюсь, что происходит. Да ты издеваешься, что за... Это вот эта штука. А задник? Задник тоже, наверное, этого, да? А это, видимо, вот этого цвета. Так, ну, вроде... Блин, а перед как красить? А про перед ничего не сказано. Блин, наверное, на следующей странице. А, тут еще есть. Вот как надо фары было красить. Похоже на правду. А вот эту херню вот этим. Не похоже. Так, и вот это надо. Так. Так. С той стороны тоже покрасилась. Почему с этой стороны есть, а с этой вообще нет? Ага. Так, ну и, видимо, сейчас перед будет, да. Фары осталось как-то... А как попасть в фары? Как в фары попасть? А
Это что такое? А почему? Что? У меня фары не красят, чатик. А, вот. Каким-то образом я смог туда попасть. Во, все. Так. Еще что-то есть? Я уже все покрасил, отвалите. Или что это такое вообще? А, это наклейки? Так, и как их клеить? Что это вообще такое? Так, это на крышу, да? Ну, я не знаю, как повернуть машину. Поэтому у меня здесь будет сюрреализм. Я думаю, никто... Не, ну я сделаю как могу. Понимаете, да? Я не самый профессиональный клейщик наклеек, поэтому сделаю как могу. Вот. По-моему, ровно, да? Ну, думаю, ровно получилось. Дальше идем. Что это такое? Еще что-то сюда надо наклеить. Сбоку. Боку так нет. Давайте с этого боку. Или с этого. Да боже мой, как повернуть-то? А почему я то же самое клею? Ну вот. Вполне нормально. Блин, он говорит, что я что-то не выполнил еще. Как так-то? Что сделать надо? А, надпись повесить. Вот, все, повесил. Все, отвяли от меня. С этой стороны тоже. Ну, с этой уже тоже висит. Нормально. Так, теперь объединить. Это правильно. Где-то моя абсолютно черная тачка. Блин, я бы седло это хотел перекрасить. Конечно. Конечно, седло бы хотелось перекрасить. Можно перекрасить седло? Где краску взять? Это краски. Вот, завивка. Вот, давайте. Седло попасть. Ну, вполне нормально, я доволен. Меня устраивает такой цвет. Давайте дальше. Что это такое? Куда их ставить? Куда машину вернее? Бунт. Чего вы там бунтуете? О чем вы там бунтуете вообще, чатик? А, вот, сюда надо. Там даже не было понятно, что это сюда надо. Как я должен был до этого догадаться. Уставься. Ну, нормально, кстати, вообще. Топово выглядит. Пока машина мне нравится. А, блин, а его красить не надо? Ну, что-то как-то по-тупому. Розыгрыш был неправильный. Что там было в розыгрыше неправильно? Что у вас случилось? Я читил. А, ты два раза, видимо, написал свое имя, да? Ну ладно. Ну, у него сын родился 9-го, ребят. Считерил. Ну, это плохо, плохо, конечно. Нельзя читерить. Так, мне советуют покрасить что-то. Вот. Главное сейчас случайно всю машину не покрасить. Вот, все получилось вроде, да? Это что такое? А, это дверь, погодите. Стой, нет, погоди, я хочу дверь взять. Вот. Как дверь поставить? А, это дверь, я понял. А это вторая дверь. Ну, на самом деле я бы не хотел дверь в черный красить. Можно другой цвет выбрать? Можно? Вот. Я бы, честно, вот в это красил двери. Вот это реально круто выглядит. И вот ручку можно, да, черную. Вот ручку согласен. А еще мне очень нравится, что у меня...
какой-то непонятный цвет окрашено это. Ну, выглядит очень хорошо. Блин, игра говорит, что я обязан сделать так, как они хотят. Ну, что за... Фу, игра такой быть. Игра реально меня вынуждает, ребят, так сказать, лишиться своего собственного «я». Игра меня вынудила заниматься этой херней. Ну ладно. Я поставил одну дверь. Так, это что такое? Наклейка, видимо, или что? А, там отдельно зеркало еще надо покрасить. Главное, сейчас всю машину не окрасить. А что если... Смотрите, какой лакированный у меня седло получилось. Так лучше даже, да. Такая, это что? А, тут есть отдельная фигня, я понял, понял вас. А здесь нет такого. Почему здесь есть, а здесь нет? Ну ладно. Так, у второй двери тоже что-то есть. Нет, я уже выполнил. Выполнено, во. Двери выполнены. А, да, надо было опять сначала... Сначала покрасить, а потом уже прикладывать. Ну, я считаю, надо сразу одновременно все делать. Ой. Сколько там деталей у этой машины? Почему я так долго ее собираю? Так, это, видимо, сюда, да? Я бы, на самом деле, белым и оставил. Вот, вот честно. Честно, выглядит круто с белым. Хотели бы такую машинку в детстве? Вот, вот. Кто хотел бы, пишите в чат. И в розыгрыш попадете. Опять меня заставляет перекрашивать. Ну что за... Так, стойте. Пасть в трубу эту. Все? Все? Засчитали? Суки, они мне полностью все заставляют перекрашивать. Не хочу. Молодец, говорят. А вот я возьму вас и обману сейчас. И желтенький снова добавлю, свой любимый. Вот так вот. Что-то как-то хреново, да? Ну и ладно. Я думаю, все равно мне напишут, что я идеален. Так, это что за херня? Это баллон. Баллон. У баллона что-то надо покрасить. А весь баллон надо покрасить. Украшено. И наклейку наклею. О, это мое любимое. Наклейки я умею клеить. Вы уже поняли это. А что у меня так много наклеек? Что это такое? Это какое-то колесо. Ага, с лопатой. Колесо сначала покрасить, потом эту и эту под железо, потом дерево под дерево, потом непонятную хрень. А, это типа, понял, да. Ух, как классно оно все выглядит здесь. Тик, и это что такое? Вот что это такое, кто-нибудь понимает? Баллоны. Рогатые баллоны. Нет! А, ну, я уж испугался, что мне сейчас каждый из них надо будет отдельно красить. Я бы бросил эту игру мгновенно. Но разработчики молодцы, не заставили нас заниматься херней. Все, объединяем. Так, машина, выскакивай. Это должно быть на крыше. Блин, теперь совсем хреново выглядит. Это должно быть, видимо, сзади, да? Это должно быть спереди? Нет, сзади тоже. А, вот здесь вот. Мне надо желтый убрать. Погодите, погодите. Стой, дай мне цвет. А, давайте хотя бы синий сделаем, не знаю. Ну так себе так. На самом деле я бы это тоже в синий перекрасил. Но тут так нельзя делать. Все испортится так. Во, я одну дверь сделаю синей, а вторую оставлю такого цвета.
вообще идеально. Чем? А что они от меня хотят? А, все, завершить проект. Да, 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 я идеален. Давайте. Я же говорил, ребят, я же говорил, стример идеален, можно на Facebook даже отправить. Откройте компьютер, получите награду за конкурс. Опа-па-па-па-па, там бабки. Так, как выйти? Сейчас, погодите, сначала поставлю свою супер работу на вот эту полочку. Ой. Давай, ставь. Давайте, круто тебя так поставим. Припаркуемся, как женщины паркуются. Вот все. Именно так и получается пока что. Ик. Почтовое приложение. Ну-ка, ну-ка, сколько бабок? $50! Пацаны. Спасибо за участие. Надеемся, вы отлично повеселились. С удовольствием продолжаем. Моделизма. Так. Мне дали Юльке всего 60 очков, Борису 50, моему тезке 40. И Ю, это я, у меня здесь это китайское имя, Ю. Синьчжао Ю. Вот, 97 очков заработал, даже с половинкой. Опыта 200. Вот так вот. Что я хотел сказать? Нам это розыгрыш, да? Розыгрыш надо сделать. Давайте пишите какое-нибудь слово, моделизм тогда. Только не повторяйте, чтобы розыгрыш провести. Или я могу все еще те использовать. А, я могу все еще те использовать. Можете ничего не писать тогда. Я сейчас те же использую, просто моделька. У меня тут есть все еще ваши. Да, получается 11, да? Потому что Носферано нечестный. Первый номер выиграл. Я не обманываю, первый номер выиграл. И это был... А не орка это была. Она была первая, кто написала моделька. Вот. А не орка выиграла. Все. Я тебя потом в личку отошлю. Так, что у нас? Активных задач нет. Получите новую задачу по почте. Мне ничего не пришло больше. Или... А, мне нужна модель танка Р-35 в оригинальной раскраске 1940 года. Я плачу за срочность и актуальность от 20 до $100. Запомните, модель должна выглядеть реалистично, так что можете грязи даже добавить. Если я не ошибаюсь, внутри модели пусто, верно ведь? Очень рассчитываю, что работа будет завершена быстро. С уважением, 37. 37, это важный мужик, важный клиент. Погодите, мне надо купить теперь еще это. Инструменты, сухая кисть. Так, пацаны, я думал, это игра о жизни, а здесь это игра о жизни. Тут реально еще кисти надо бы сейчас покупать, краски. Дед нам что, в наследство ничего не оставил? Ну, ясно, короче, кисть купили. А где мне взять эту краски? Шоколадная красочка. Куда дальше? Что это такое? А, это фильтры. Товар закончился. А, вот. Не, подождите, здесь я только что был. Ну, видимо, я могу уже, да? Пойти туда. В этот проект. Я думал, мне надо отдельно еще проект этот купить. А, не, вот все. War Thunder! Реклама War Thunder пошла, ребят. Бог ты мой. Погоди, он за это решил деньги платить? Я честно думал, там будет танк, ну типа той самой Германии. Ну или как минимум Италии, а это что за говно? Что за такое говно? Что это за пимпочка? Ладно, че, поехали. Так, поехали, что тут у нас? Берем первую деталь. Погоди, так она раскрашена уже. Что за халтура? Погодите, я сейчас просто соберу и все. Только грязи надо будет добавить, и мы все... Все, я собрал. Че это? Сухая кисть. Техника работы с краской, которая помогает подчеркнуть выступающие элементы. О, тут что-то серьезное.
А можно как-то приблизить или еще что-то? А что я должен? Вот это должен красить. Какой-то. Тут еще выступает. Вот давай, выступай. Не жалеем краски, 100 баксов дают все же. Это антикраска. Не знаю, что там, но не жалеем, ребят. Мужик бабки платит. Так, ну, наверное, это тоже надо подольше, да, поводить. Не рисую, что я, типа, уже выполнил. Ну, ладно, давайте дальше. Так, наклеечки. Так, ну, наклейки будем как в армии клеили. Первая наклеечка есть. Вторая наклеечка есть. И третья есть. В армии, я думаю, точно так же бы и поклеили. Так, это наклейка с жопы, да? А зачем они эти наклейки использовали в армии? Что надо сделать? А, все это? Типа я завершил проект? А где грязь взять? Что-то халтура какая-то. Ладно, я надеюсь, он мне заплатит. Но это реально халтура. О, может сейчас я буду валять в грязь? А, нет, нет, все. Идеально. Ну, тут, походу, это игра, где невозможно сделать по-другому. Это игра, где всегда я буду идеальным. Так, ну мне надо посылку отослать, наверное, теперь, да? Или что? Что надо сделать? Сначала я ему напишу, что у меня все идеально. Стой. Как вот сели за компьютер. Бато. Блин, не могу послать ему сообщение. Собрать. А, вот все. Привет, я много лет работал с твоим дедом. Была его ученицей и помощницей. О, май. Или погодите, может быть, это какая-то бабка, которая работала с моим дедом. Работа с ним пробудила во мне страсть к этой профессии. Его смерть оставила пустоту в моем сердце. Знаешь, это было как в том кино про мальчишку-каратиста, только не про боевые искусства, про то, как мастерить фигурки и модели. Твой дед оставил мне свою работу, сказал отдать ее тебе, когда придет время. Понятия не имею, что он имел в этом в виду, но ты теперь работаешь в ее мастерской, так почему бы и не сейчас? Знаешь кино «Шесть разгневанных археологов»? Что за... Если да, то тебе это понравится, модель. Приятно познакомиться. А ты знаешь, почему он просто не оставил модель? Так, приятно познакомиться. Кидай что-то. Да, я тоже рада поговорить. Стэн много о тебе рассказывал. Неудивительно, что он хотел оставить модель эту тебе. Он за свою карьеру сделал несколько известных фигурок драконов. Но это, кажется, первая. Опа, фигурка дракона. Да и тут записка. Он приделывает уникальные записки почти ко всем работам, которые продавал и раздавал. Я уже ее читала. Надеюсь, ты не в обиде. Но не буду тебе спойлерить. Так, она молодая, потому что она слово спойлерить знает. Мне интересно, что ты скажешь. Так вот, так а можно спросить возраст там ее, фоточки ее? Что за... А как мне... Чувак деньги-то дал? Вот тут... Непонятно, мне бабки-то дали или нет? Ладно, сейчас пойдем. Я могу сдать модельку сюда? Свой танк поставить сюда могу? Так, у меня, видимо, нет ничего. А, либо нельзя на одну и ту же полку ставить, да? Да, танк я отдал. Все, у меня нет танка. Знакомство с Joy. Joy переводится как удовольствие, ребят, с английского, кто не понимает. Посылочка от деда пришла. Фу, какой мусор. Не, это я даже не хочу собирать. Какая-то херня. О, записка. Один. Большая часть дел в твоей... Большая часть дел в твоей жизни будет скучна и утомительна. Ой, а как ты знаешь? Независимо от того, просиживаешь ли ты штаны в офисе или следишь за... Следуешь за мечтой, не следишь. Однажды, когда я еще работал в Smoke and Mirrors, это дым и зеркала, или курение и зеркала, мне казалось, мне сказали сделать одну фигуру дракона. У меня почти не было опыта, но я понимал, что есть шанс сделать нечто запоминающееся.
а также такие шансы не упускают. Я провозился уйму времени над этой фигуркой. Было трудно, но интересно. В тот первый раз нужно было сделать две копии на случай, если одна пострадает. Так и вышло. Это оригинал, и он особенный из-за того, как я его создавал. И связана с ним история. Конечно, можно было бы сделать лучше, бла-бла-бла. Понятно, дед. Дед-пердед. Все, поехали. Опять тут страниц, ребят. Сколько здесь страниц? Помогите. О-о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 -
А можно назад сразу на первую как-то перелистнуть? Я хотел просто узнать, сколько страниц, а в итоге теперь назад должен перелистывать, ладно. Там слишком много красить надо, я смотрю. Давайте дракона сделаем другого. Так, записька. Все, поехали, поехали. Дед. Вот, с этой штуки начнем. Ее надо покрасить. Какой цвет? Серый. Ну и хрен с ним. Так, дальше. Это что такое? Что надо сделать? Посеребрить немножко, понял. Ладно, посеребрим. Чтоб не такая прям унылость была. Так, это что такое? Стывка. Тут же стывка написана. Особая техника, которая помогает подчеркнуть рельеф. Какой рельеф? Здесь ни хрена нет. Что-то подчеркивать собрался. Я что-нибудь подчеркиваю, ребят? Я, может, что-то не вижу? Ладно, делаем стывку. Не знаю, что это такое. Смывка? Там же стывка была написана. Ладно, я все равно идеален. Че я беспокоюсь? Вот чуть-чуть еще постывкаем. Так. Нет, чуть просто наверх класть, да? Ой, надо опять красить. Ну что за... Так. Золотой дракон. Это огненный дракон. Золотой с зеленым. Не-не-не-не-не-не. Можно зеленый на... Желтый хочу. На. Так. Просто как-то мне кажется это. Нет, давайте красный. Давайте красный возьмем. А то дед скучный у нас был. Че это такое? Ну там какую-то линию надо чертить. А это тяжело будет. Нет, 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 я промахнулся. Ой, нельзя просто нажать print screen там и все. Ctrl F, Ctrl N. Ой, это долго. А потом стывкой еще что-то делать. Не, я бы... На самом деле, я бы на этом бросил это занятие. Так, короче, здесь по чуть-чуть просто сделаю, мне нормально. Если что, это пятнистый дракон. Это знаменитая порода, пятнистый дракон называется. Мне все равно напишут, что я идеален, ребят, не волнуйтесь. Ой, здесь надо, можно линию провести. Ну-ка, а если я буду на эту штуку... А, я попадаю на это тоже. Ой, походу испортил. А, нормально, нормально. Мне с Алиэкспресса, когда прислали такие, там так же было все разрисовано, так что нормально. Там такой же Вася делал, как и я. Не, ну практически идеально, да? Ладно, вот здесь чуть-чуть потерялось, давайте. Эти пятнышки сюда добавим. Знаменитого пятнистого дракона. Вот, все. Никто и не заметит, что так и должно быть, как бы, да? Так, идем дальше. Это что такое? А, это опять эти.
все равно просто в краску как-то окунуть этот конец и все. Ай, ну сейчас с другой стороны не окрашу. Ай, короче, сгодится. Все, чуть-чуть сюда. На кончик и все. Блин! Может, как-то если я ближе поставлю, будет лучше? Не, лучше не становится. Короче, нормально, сгодится. Не, надо чуть больше, конечно. У нас это пятнистый дракон, помним об этом, да? А чё, почему он вообще не капает? Может, как-то, может, усилить? А, вон, смотрите здесь. Во! Короче, вот так можно было делать. Во, другая работа пошла. Направо крайник надо повернуть. Это все равно как-то лень. Так, ладно, а что дальше? А это что? А, это зеленку какую-то добавить. Ну, это вообще не... Подожди, я что, не попадаю сюда? Во, попадаю. А, тут надо еще линию. Ладно, нормально, нормально, нормально. Идеально такой пятнистый хвостик. Прямо только на 10-й странице, черт. Чего они от меня хотят? Это что такое? Ладно, чуть обмазали, нормально. Что за бред? Я только что этим занимался. Вот художникам делать нехрен. Занимается непонятно чем. Так, видимо, хвост надо вот сюда вставить, да? Дайте хвост. Кстати, а видите, как я угадал? Красный и красный. Прям идеально. Так. Опять что-то от меня хотят. Игра говорит, слышишь, чувак, как бы оно должно быть все равно зеленым. Но ведь это не зеленое, это нелогично. Ладно, хрен с вами. Бомжи, не умеете совсем. Че ничего не происходит? Я что-то не то делаю? Пацаны, что происходит? Почему он нет? Не продвигается. Ничего не понял. Я типа не засчитываю. Прохождение. Ой, ну это уже было. Я что-то сломал, короче. Игра не хочет мне засчитывать прохождение. Ладно, гоу дальше. С покраской сами разберемся. Опять эта херня. Мы этим уже занимались. Пусть до 20. Так, это я не хочу делать пролист. Во, все, нога появилась. Вот, это уже поинтереснее. Давай ногу сюда. Так. Окрашиваем. Пальчики окрашиваем. Все, вот это засчитали нам. Давай вторую ногу. Блин. Нет, они от нас не отстанут. Они реально не отстанут, чатик. Ногу я сделаю идеально, чтобы вот никто в чате не сказал, что я халтурю тут. Нога будет просто идеальнейшая. Как настоящая, смотрите, уже выглядит, да? Пяточку еще подкрасим. Блин, там вторая еще нога. Или это та же? Нет, вторая, да. Я так понимаю, там то же самое, да? Да. Ну, ладно, мне лень, я поэтому так сделаю. Вторая сделана тоже. Так, теперь нашему дракону... Нет, какая-то другая херня. Это вообще откуда,
появилась. Ты откуда появилась? Это, видимо, вот она и была. Погодите. Так я не то красил, получается. Я дурачок, что ли, да? Да, я просто дурачок. Я не то красил, пацаны. Это другая штука была. Все идеально, видите, все выполнено. Чуть сюда, чуть-чуть здесь. Так, не здесь, видимо, а вот на этих же, да. Все. Это второй этаж, да, это походу так вот. Нога, нога, нога. Нога сделана, вот, теперь надо ноги прикрепить к чему-то. Ага, вот сюда, видимо. Вторую вот сюда. Блин, эта нога что-то теперь выделяется, потому что я ее не халтурил, в отличие от этой ноги. Она теперь выделяется. Так, теперь надо объединить с первым этажом. А как? А, видимо, все, объединили. Блин, мы только половину прошли. Так, это, видимо, опять что-то новенькое, да? Да. Ой-ой-ой. О, все, заранее прикрепил на... Найс. Так, что? Это вот эта херня. Эта херня. Эта херня. Которую я хочу красным сделать. Я на самом деле красным хочу. Вот, чтобы... Я бы, на самом деле, и дракона нашего другого цвета сделал. Но я боюсь, что он плохого цвета будет получаться. Значит, какой-то слишком кислотный. Не-не-не, ладно, это оставим как есть. Что-то такое. Тут эту штучку надо опять тут, на втором этаже. Вот тут немножко. Писечку этого добавить. Сюда чуть добавить. Пятнистый дракон все же. Как обычно. Подшлифовать. Постыковать. Еще немножко пятен. Куда-то надо попасть. Вот попали. Идеально. Еще что? А, это я объединил, молодец. Так, ты кто? Это отдельная голова, ребят. Так, заколебали. Красный дайте. Хватит. Хватит с тебя. Эту доделываем, ребят, и становимся такими прям победителями по жизни. О! А можно так оставить? Выглядит прикольно. Ладно, надо красить. Кого красить? Это пальцы, да? Пальцы. Так. И шарик какой-то для боулинга. Дракон в боулинг пошел. А, чуть-чуть подкрасим. А зачем мне шар этот полировать? Понятно, дальше. Так, это... Ой, тихо. Это, видимо... И пальчики. Пополируем. Хватит. Так, и это мы уже объединили. Теперь надо, видимо, с этим большой штучкой объединить. Сразу видно дело с душой, конечно. С душком, я бы даже так сказал. О-о-о, пуктим. Так, давайте его сразу прикрепим, чтобы время не тянуть. Что, тут не попаду, что ли? Так, глаза чуть-чуть надо. Бороду надо сделать красным. Лобешник надо сделать зеленым. И рожки тоже зеленые. Глаза должны быть синие. Ой, вполне нормально, на самом деле, я считаю.
Давай глаза тебе красные сделаем. На самом деле, мне, знаете, что не нравится? Я бы... О, где у меня этот цвет правильный? Вот, я бы вот так сделал, а рожки красные. Вот, нормально. Бычара. О, зубки нужно еще покрасить. И внутренний ротик надо покрасить. Ой, опять начинается эта ваша пятнистость. Как любимая пятнистость. Ну а что, это знаменитый дракон корью болеет, который... А что у меня уши, кстати, бесцветные? Видимо, дальше сейчас будет цвет ушей, да? Это что такое? Какая-то херня. Крашено нормально. Попали. Главное, чтобы попадали. Так, это что такое? Видимо, рожки его, да? Нет, стой. Ай, ладно. Рожки надо сначала покрасить. Может, это вообще не рожки, я не знаю. Ого. Прям тонкая работа. Ой, я уже устал. Эти самотыки еще теперь красить. Все, нормально, хватит. Да ладно, еще второй есть самотык, да? Да, да. Конечно, а ты как думал? Да, да, да. Нормально, все, хватит. Ой. Так, ну, их надо теперь каким-то образом попасть. А чё они вообще в цвет не попадают? Хотя нормально, нормально. Живой цвет. Так, голова уже поставлена, мы молодцы. Веревку еще надо. А, это не веревка, это... Куда что? Ай, боже мой. Ой, да вы издеваетесь. Кто вообще в здравом уме кончики другого цвета делает? Вот тут. Есть такие люди, разве, в чате? Опять назад. Тебя выставляем. Тебя куда-то попасть надо. Псы, ребят. Но мне не нравится, что у меня уши. Уши не это. Должен был такой получиться. Ну, похож вроде, да? Похож. Так, погодите, я усы только хочу поменять. Ой, вот еще не усы, а уши хочу другого цвета сделать, а то... Вот. И у меня, походу, там что-то во рту не так. Как в рот посмотреть. Видите, какая-то белая полоска? Вот язычок зелененький сделал. А, это язык, да. А можно темно-зеленый? Есть темно-зеленый? Темно-зеленый. Ну, по-моему, идеально. Мы тебя как образец наблюдаем. Ну, потому что он на меня похож. Я делаю именно так, как должно быть. Раскрасить модель, полностью собрать модель. Все. Раскрасить модель согласно инструкции. Что им не нравится? Он галочку не поставил здесь. Ну, выполнено же. Ну, игра. Совсем не хотят они, чтобы у меня была самостоятельность. Я против. Я считаю завершить проект. Ну ты не издеваешься. Игра лишает меня самостоятельности, ребят. Ладно, возвращаемся к голове. Перерисовываем ее так, как они хотят. Фу, такими быть. Эти разработчики. Понаделывают своих говноигр. Потом удивляются, что поколение растет идиотов. Так, а что ему еще не нравится? Куда-то еще не попал, видимо. Надо было, наверное, еще язык красным сделать, да? А, уши надо было как раз красным сделать. Хм. Странно. Он мне рисует, что типа я что-то не доделал здесь.
Вот здесь это делал. А здесь что, кого я не прокрасил? А, у меня нос не прокрашен. Вот тупой. Оказывается, нос тоже должен быть такого цвета. Так, все страницы выполнены, 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 выполнены. Так, а что тогда не совпадает? Все выполнено, но я завершить не могу. Так, листаем назад, ребята, что-то пропустил. Но это неинтересно. Я считаю, что творчество — это то, как я вижу. Вот. Где это? А, ну они опять меня возвращают к этой херне. Только надо понять, это за какой позвоночник вообще идет речь. Вот за этот. Все. Закончив, надо нажмите все. Это не то. Это так не годится. Понимаете, да? Ну что это за говно? В итоге у меня почему-то красный остался снизу, а сверху зеленый. Ой, идеально. Ну, спасибо. Спасибо за вашу оценку. Я всегда знал, что я идеален. Я считаю, что творчество это как ты не видишь, да. Отойдите от верстака с удовольствием. Я честно запарил. Если сейчас будет еще одна такая же задание, идет в жопу эта игра. Ну, без шуток есть, игра прикольная. Я не знаю, сколько здесь моделек еще. А куда модельку украли у меня? А, это Джой, наверное, скоммуниздила модельку. Надо с ней попереписываться. Не, написано «Восточ...» А, погодите. Поместить восточного дракона в витрину. Его взять, может, где-то надо? Или, может, это не витрина считалась? Я не понял. Ну, вот же витрина. Мы же сюда только и помещали. У меня нет игрушки больше. Или я что-то не то жму? Где моя игрушка? А где ее брать-то? Или в это витрина? А, это витрина. Понял. А это не витрина. Это стеллаж. Ясно. Так, письмо Джой надо прочитать. Так, может, она нам свою пищу покажет. Я же не просто так старался. Да, я рада наконец-то поговорить. Так, это я уже читал. Все получено прочитано. Кстати, фигурки потрясающие. Ох, далеко ей до шедевра. Какой-то негатив. Ладно, давайте это. Я знала, что у тебя выйдет. У твоего деда хватило смелости взять на себя работу самому и не отдавать профессионалам. Ладно, я тут вот что думаю про эту записку. Я всегда думал, что работа Стэна уникальна. Но теперь я считаю... как он вкладывался в работу. И знаешь, такого мастера, как Стэн, больше не будет. Думаю, стоит поискать другие его творения, собрать самые важные из них. У меня есть даже идея, где найти следующий. Хочешь, пойду, помогу искать. Это как поиски клада. Здорово ведь, да? Напишу, как только что-нибудь узнаю. Получите награду. Ну все, ребят. Я до второго уровня прокачался. Всем капец теперь. О, у меня есть срочная работа и Джой. Тут вообще, слушайте, РПГ какая-то идет. У меня, правда, глаза уже заболели. Если у вас свободное время, я с удовольствием спрашиваю, вы уже хотите попасть на премьеру свеженького блокбастера, встретиться с настоящей звездой или получить билет на стадион первый ряд? Так только скажите. Так вот, видите ли, у меня бизнес-партнер, день рождения, у меня, в отличие от него, память дырявая, я забыл. Так что прошу вас со всей возможностью скорости использовать инструмент, чтобы ускорить, чтобы создать, так сказать, модель подводной лодки. Ой, все, я беру это. Даже не буду дальше читать. Подводная лодка. Это такое-то. Идем подводную лодку собирать. Только не говорите мне, что она будет в полном размере. Заказ юриста. Что это за говно? Я подводной лодки по-другому. Так, покажите, как она должна выглядеть. Так, это походу слишком легкое будет задание. Ладно, что, поехали. А как? Вот. Скучновато будет, скучновато, я прям чувствую. После того, что мы сделали в том задании. После того шедевра, ребят. Собирать какие-то подводные лодки. Нажать. А. Удивить, куда?
куда там прикрепить это? Где-то должно синенькое что-то появиться. Ага, вот. Да нет, стой. Должна быть там, где пропеллер. А где пропеллер? А вот где пропеллер. Ой, тихо. Ай, все испортил. As usual. Так, чуть назад. А, вообще снизу должна быть. Да что такое-то? Джазик, помогите. Почему оно отваливается сразу? Давай ты. Мы же уже это с тобой проходили. Так. Вот все. Выкусили. Так. Какая-то хрень. С какой-то другой хренью. Это пушка, типа, да? Теперь какая-то еще одна хрень. Объединяется с этой хренью и объединяется с вот этой хренью. Это тоже пушка. Только не говорите, что их там таких 50 штук. Все, нормально. Теперь берем это. Нет, стой. Ставим. Ставим. Так, где она должна быть? Здесь, да? Базовое покрытие модели. Поехали. Базовое покрытие модели. Ага. Что мне надо покрыть-то? Следующая страница. Инструмент для раскрашивания кистями разных размеров. Боже мой. Чё раскрашивать-то? Чё-то тут спереди хотят, чтобы я покрасил. Здесь? Нет, стоп, не здесь. Типа, сравнивай проект. Ну, у меня получилось лучше, мне кажется. Я бы вообще смайлик сделал какой-нибудь.
Ладно, завершить проект, там юрист ждет, юристу отдаем. Он на нас не подаст в суд, вот смотрите, какой идеальный. Блин, именно этой стороной причем. Ты не мог сфоткать другой стороны? Идеально. Ну, я пока делаю все идеально. Не знаю, для каких... Для каких людей здесь заточены руки, что они делают не идеально, но у меня все идеально. Так, блин, опять мне что-то надо. Опять надо куда-то что-то поставить. Это что такое? Ладно, пойдем субмарину нашу положим. Ближе к машине. Нет, стоп. А, это место занято. Я понял. Понял вас. Получите задачу по почте. Так я не смог получить задачу по почте. Я же зашел, тут почта пустая. А, все, я понял. Так, и где мои бабки? Денежная награда 100. Я получил бабки уже? Во! А, нет, это другой уже мужик. Он 200 баксов нам дает. Голливудский режиссер собирается снять грандиозный постапокалиптический фильм в стиле стимпанк. Интересно, что за фильм? Игра как YouTube без дизлайков, да. Но для этого мне нужна ваша помощь. Ключевой момент фильма — это сцена, в которой танк Warcrafter с главным героем внутри выдерживает град вражеского огня. Я хочу предложить небольшой конкурс. Постапокалиптический стимпанк, да. Тот, кто сделает самую лучшую модель стимпанковского постапокалиптического транспорта. Это походу... Ребята, это походу свобода творчества будет. Так, это походу будет свобода творчества. Открыть магазин. Где магазин? Где магазин? Вот. Так, все покупаем. У нас бабки появились. Идите к верстаку, выберите открытый проект. Так, только не говорите, что я буду сейчас не сам выбирать. Потому что там написано, кто придумает лучший. Нет, неинтересно. Уже есть все. Ну, это скукота. Не, ну это говно игра. Это танк? Постапокалиптический стимпанк? Понятно, понятно. Я вас понял. Не, ну это... О нет, ребят, знаете, что сейчас будет? Мы сначала будем резать. Где у нас тут резалка? Вот резалка. О, начинается. Я разочарован. Давайте, знаете что? Вы собираетесь в текущем... Да. Я хочу в песочницу. Сохранение прогресс будет потерян. Блин, а можно сохранить? Стой, отменить. Вернуться. Вот, сохранить игру. Название. Я у мамы иди... Ой, почему не пишете? Идеален. Вот, сохранить. О, все, идеально. Так. А теперь мы пойдем в песочницу. Я хочу посмотреть, что идеальное. Идеальное. Хочу в песочнице посмотреть, что тут можно делать. Так, я так понимаю, у меня просто есть 500 долларов. Я могу делать все, что хочу. А где мой верстак? Вот. И проекта у нас нет никакого. Значит, надо идти сюда. Подвал. Ты здесь. Спасибо. Галерея. Не хочу никакие галереи смотреть. Как играть? У меня 624 квадратных фута. Так, кто-нибудь понимает, как играть в нее, если... А, выйти на улицу могу? Или это как в жизни? Да, это походу как в жизни. Выйти на улицу нельзя, ребят. Мы хикикамору, который сидит и хихикает дома. To-do list, и там, блин, написано так, что читать невозможно. А чё, как тогда играть-то? Новый проект. Так. Ага, вот. Нет, стой, погоди. Я могу выбирать там между проектами? Во, у меня есть разные проекты.
бо какую-то девку могу собирать. Не, ну это я понял. Это, короче, просто те варианты, которые у меня есть. Танк. Возможно, мне надо типа их открывать. Хи-хи. Хи-хи-хи. Да это же ганманы. Все, поехали. Блин. А можно кто-то это за меня сделает? Вы посмотрите на это. Не, я не хочу это собирать. Ну вы видели, там 50 раз надо на кнопочку эту нажимать. Это неудобно. Давайте в другую сторону пойдем. Так, подлодку эту мы собирали. Говнокар. Сатурн-ракета. Видимо, типа, пока я карьеру прохожу, я больше открываю. А возможно, мне все это и надо было бы собирать. Опять War Thunder. Титаник тут будет еще. Ну-ка, мне интересно, из скольки он состоит. Распаковываем и охреневаем, ребят. А он, походу, не такой уж страшный, кстати. Так, а вот это уже плохо. Если здесь одна пушка есть один. Ладно, go, посмотрим, сколько страниц. Я пока прошел 54, дракон и запарился. Давайте узнаем, сколько же здесь страниц. Просто вдумайтесь, ребят. Мне надо каждую маленькую вот эту деталь потом туда вставлять. Как в реальной жизни. Потом еще лестница. Потом лестница на лестнице. Потом лестница под лестницей. Все вроде бы уже почти собрали, да? Еще бочки в бочке, в бочке, бочки, бочки. Какие-то хрени, какие-то парусники. Можно на последнюю сразу страницу? Давайте я так вот сделаю. Ранги включили. 109 страниц. Ну, ерунда на самом деле. Надо просто начинать с чего-то, вот с этого, допустим. Ладно, на самом деле, я думаю, мы этой игре дали достаточно времени. Хотели с ней ознакомиться, мы с ней ознакомились. Игра потрясающая. Я не знаю, сколько там моделек. То есть, если там моделек много, то игра интересная. Посидеть, почилить. Там, например, с ребенком даже посидеть, пособирать это. Но так, конечно, на стриме это слишком интересно. Ну, здесь ганмен есть, я его не могу собрать. Так, это... А, это дракон, да. Мне вот пока не понравилось только то, что я не могу проявить, как говорится... Что это за телочка? Проявить как-то свой талант. Сам решить, как я хочу собирать игрушки эти. Вот, вот эту телочку сейчас сделаем, ребят. Сами, вот все. И на этом закончим. Все, поехали. Хочу телочку собирать. Надо разрезать даже. Да что ж такое? Острый нож. Главное, ногу не отрезать. Телочку разрезали. И берем телочку и красим. Но я буду красить по-своему. Игра, слышишь меня? Тут эльф же эльф, да? И, соответственно, мы будем делать эльфа. Нет, слишком. Есть как-то более светлое. Как в... Да что ж такое? Что ж тут какие-то коричневые, совсем не коричневые. Где цвет-то правильный? Ладно, да, буду делать вот так. Все, решено. Где у него руки на самом деле? Можно понять, что... Что я должен был красить? Я должен был плечи, плечи, руки, руки. И тут какая-то еще штучка. Понял, понял, понял. Какой красный я выбрал? Не, я хочу синий. Пусть она будет этим. А, как они называются? Дро, да? Дра, дро. С Baldur's Gate. Какой цвет противный. Она будет Халком. Все. Так, у нее еще ноги есть.
Или ноги это отдельный цвет? Нет, походу отдельный цвет. Так, ну а в красных штанишках она будет у нас. Так, это эта штука, да? Это можно, кстати, того цвета, которого они предлагают оставить. И вот эта штука, да? Не, плохо, надо другой взять. Давайте вот этот вот серебро. Так, это они синего хотят. Не-не-не, какой синий? Кто в синем вообще ходит на улицу? Нет, это тоже стоит. Красок нет хороших. Надо где-то пойти в магазине краски купить хорошие. Вот, вот. У нас эльфийка, она вот такая. Так, это что такое? Это вот эта штука, да? Что-то как-то вообще цветов почти нет. Тут скучноватые такие оттенки цветов, я вам сказал бы. Тарику флейту дали, да. Да что такое? Где тут что-нибудь вообще? Может, я как-то могу выбирать здесь фильтры, не знаю, нет. Вот это все, что есть. Ладно, давайте пусть будет такой цвет. Что делать? Так, ну вот этот я, наверное, оставлю, как они советуют. Это пояс, да? Или что это вообще? Нет, это перчатки, типа. Все понял. Две перчатки. Эта штука с этим. И ботинки. Так вот. И флейта. Флейта должна быть... На самом деле я бы вот так вот еще сделал. А флейту сделал бы... А, какого? Розовая флейта, наверное, да? Вполне нормально. Кстати, цвет волос я забыл добавить. Волосы есть. А что у меня тут не докрашено еще? А, потому что есть еще вторая страница. Все, я понял. Здесь я с ними согласен, потому что это вполне нормально. Вполне нормально такого цвета это все сделать. Так, что тут надо еще с этой штукой поделать? Ой-ой-ой, опять начинается. Ну вот они... О, тут бантик есть какой-то. Кто же знал, что там бантик? Во, вот это ухо, да? Что это вообще должен закрасить? А, это с этой стороны. Татушки еще надо сделать. Вот. Первая татушка. Где-то надо было глаза сделать. Ладно, сейчас губки, я так понимаю, это просит. Почему, когда я навожу мышку, она пропадает? Кто-нибудь видит, куда я там попадаю? Я не вижу. Ну вот они все испортили. Ну, там не видно, ребят. Это что такое вообще? Ужас, ужас, ужас. Так, дайте мне просто покрасить. Вообще, я хочу сам покрасить. Ой, не так, стойте. А где? А где за это закрашивание? Это не закрашивание. Так, надо назад вернуться. Там, где разрешает закрашивать, будем закрашивать. А то у меня тут какой-то недоделанный персонаж получается. Как-то так. Конечно, такое себе. Ну, вполне нормально. Подставочку. И подставочку сделаем тоже какого-нибудь цвета. Ой, там что, отдельный цвет еще на каждую из этих штучек? Вы издеваетесь? На каждую из этих штучек отдельный цвет был? Ну-ка, мне интересно промотать вперед, что там будет. Да, реально. Тут. На каждое перышко это отдельный цвет. Ужас.
Не, вообще, вот если я сейчас так начинаю задумываться, в детстве мне тоже, вот когда мне сколько там было, 5 годиков, 6 годиков, родители покупали вот эти раскраски, сидел херней страдал. А ведь можно и вправду ребенку просто вот эту игру дать, и пусть сидит раскрашивает, и будет прибегать и говорить: пап, смотри, какого я эльфа сделал, а ты скажешь: молодец, все. Слушайте, игре я ставлю реально стабильную 7 баллов плюс. Вон, а не орка. Своим детям эту игру посоветую. Смотри, какого я эльфа сделал. Фигурка эльфийки барда. Эльфийка бард идеально. Блин, окрашивание провалилось чуть-чуть. Это, по-моему, первый раз я не вижу 5 звезд везде. И внукам тоже. И внукам тоже, да. Так вот. Пойдем поставим ее красивую. Где? Сюда. А что, нельзя сюда ставить? А сюда только типа элитные проекты, я понял. Ладно, поставим сюда. Все, поставить. Вот так вот. Красота. На цветы еще полить и все. Ну-ка, а что у меня за модем? Вернее, какая-то лампочки не горят. О, там бабочки летают. Тлевник. Ладно. Не, серьезно, серьезно. Игра неплоха, музыка не бесит. Затягивает все дела. Не совсем я понял, нахрена вот это вот все. Не могу его фотографировать. А, я понял. Стой, стой. Нет, стой. Мусорка. Блин, я походу удаляю. Черт. Тут вон, смотрите, что можно делать. И далее. А ее можно? Да, ее можно тоже поворачивать. Чем бы дитя не тешилось, да? Так, это что такое? О, тут фоны еще можно менять. Во! Эльфийка в космосе. А это что такое? Размытие. А это задника размытие. Вообще, как в кино. А это что такое? Тени, длина. А, пофиг. Фотографируй. Где нажать фото? О, все. Кинематографично, да? Ребят, все как в кино. А теперь я могу это отослать по интернету своим друзьям. Да? Подвал. Вы здесь. Ну, кстати, он не угадывает, где он меня куда-то в эту ставит. О, тут есть другие. Ребят, смотрите, тут есть другие еще штуки. Мастерская Стэна недоступна. Уже скоро. Новые участки. Игра-то будет развиваться. Потом будем с вами воевать в этой игре. Пока я в подвале в этом заперт. С телефонным номером каким-то. Ладно, все, хватит этой игры. Ой. Журнал изменений, что нового? Это, видимо, апдейты всякие, да? Понятно. А что такое? Join now. Discord. Не надо. Не хочу никуда джойниться. Песочница, вернуться, карьера. Понятно. Все тогда. Интересно, интересно. Мне просто не интересно. Так сколько она стоит, вот, чтобы по чесноку, вот как бы, чтобы никого не обманывать, сколько она стоит? Она стоит у меня 15 евро. Ну, такое. Конечно, 15 евро я бы за нее не отдавал. Блин, а что я не догадался так сделать? Вот, блин.
Слушайте, а у него дракон, смотрите, у него цвет типа менялся кверху. Эй, вообще перекрасил как-то. Все, будем перепроходить, получается? Получается, перепроходить будем, ребята? А то как-то... Не, ну вот подлодка у меня лучше. Чатик не даст соврать. Подлодка у меня явно лучше получилась, чем у него. У него... Еще я пропустил, может, картинки какие, не? Просто... О, там какой-то хоббит еще есть. Посмотреть можно? Нет. Нельзя перематывать почему-то, ладно. Хоббит есть. И длиннее, и толще. Ну да, так оно и есть. Байтанг бандл. А, тут еще есть отдельные эти. Мне разработчики только основу дали, вот эту херню. А тут, оказывается, еще можно хаус флиппер какой-то достать. Что? А, это другая игра, походу. О, слушайте. Как, почему они сняли мою квартиру? Откуда у них фотка моей хаты? Я мусорки, кстати, выкинул уже. Вот не надо, не надо. Мусорку я выкинул. Какие-то прилежные люди. Так никто не живет. Так реально люди не живут. Вот, вот. Это моя спальная комната. Просто, ну, кто вот в здравом уме так живет? Это же чушь полная. Слушайте, а надо им написать, чтобы они мне эту игру дали. Она 16 евро стоит. Вот House Flipper я поиграл. Дом бы подизайнил. Подизайнил бы вам домик вместо сбора танков этих. Блин, там танк чувак собирает в прямом эфире. Ладненько, все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Это была потрясающая игра от компании Monolith SA, Куба Войчик. Ну, это, видимо, поляки придумали. Но я не удивлен.